Строители в Химках привлечены к ответственности. От жителей дома номер 5 по улице Марии Росковой поступили заявления о производстве шумных работ с 8 утра. Возбуждено административное производство. Нарушителю тишины и покоя в первый раз грозит наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей. В случае поступления повторных жалоб размеры санкций будут увеличиваться вплоть до суммы 150 тысяч рублей, отметила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.